Вечерняя прогулка во дворе для юного жителя квартала «Пригород Лесное» закончилась серьезными травмами. 6 июля ребенок выехал на дорогу на самокате из-за припаркованной машины и попал под колеса автомобиля. С начала каникул это уже не первое ДТП в Ленинском округе с наездом на пешехода. Напомню, в июне в поселке Развилка водитель автобуса насмерть сбил 11-летнюю девочку на зебре. Не так давно пострадал ребенок на проспекте Ленинского комсомола, выбежав во дворе на проезжую часть. Большое количество наездов также на деток, которые находятся во дворовых территориях. Сейчас летний период, детки остаются в основном без присмотра, когда родители находятся на работе. И, соответственно, во дворовых территориях они выбегают на проезжую часть дороги. Большое, конечно, место здесь имеет припаркованный транспорт, неправильно стоящий вдоль обочин, соответственно, закрывающий обзор как водителям, так и пешеходам. Несмотря на проблемы с парковочными местами, правоохранители призывают водителей соблюдать правила. Ведь автомобили, оставленные в неположенных местах, не только затрудняют проезд, но и ограничивают обзор. В ходе рейда инспекторы напомнили жителям Мисайлова о том, как правильно парковать транспорт. Нарушителей оштрафовали, а их автомобили эвакуировали. Особое внимание уделили и пешеходам на самокатах и велосипедах. Смотрим направо, налево. И если машины не едут, налево. Потом направо. Если машины не едут, то мы едем, мы переходим. Переходим в пешем порядке, да? Да. Берем велосипед за руль и переходим. Детям и родителям деревни Мисайлова инспекторы раздали памятки о том, как правильно переходить дорогу и вести себя во дворе. Сотрудники ГИБДД предупреждают, даже на зебре нужно оставаться бдительными, особенно передвигаясь на самокатах, велосипедах и других транспортных средствах. Когда ты едешь на гироскутере, подъезжая к пешеходному переходу, ты знаешь, как ты должен поступить? Надо слезть с него, когда перешел дорогу, надо только потом с него встать. Умничка, молодец. Олеся Попова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.